Здравствуйте! Сегодня хочу поговорить об Эмиле Владимировиче Латяну и его фильме «Скорлупа или история старой почты». Старая почта – это район исторический в городе Кишиневе. На этом фильме я работал оператором. Мое знакомство с Латяну, наверное, как у всех, было от просмотра его фильмов. «Табор уходит в небо», «Анна Павлова» и других. И я не мог тогда предположить, что мне выпадет шанс с ним поработать. Так случилось, что я работал на киностудии «Молдовафилм» во время так называемой перестройки. Понятие спорное – перестройка. Я работал там с 1987 года. За это время на деньги государства снимали фильмы, разрушающие это самое государство. Не было снято ни одного фильма, хоть как-то прославляющего Советский Союз, социалистический строй. Фильм «Латян» существенно отличался от того, что снималось в то время. Возможно, потому что это был коммерческий проект. Латяну сам выбирал, что ему снимать, а не действовал по разнарядке сверху, где было указано «давай, вали, это самое социалистическое государство». Фильм был романтический, музыкальный. Помню, как-то появилось на киностудии объявление, вырезка из газеты. Статья о том, что фильмы Эмиля Латяну проданы за рубеж и принесли государству наибольшее количество денег. Нас переполняла гордость от нашего земляка. По студии стали ходить слухи, что к нам возвращается Эмиль Владимирович Латяну. Стали говорить, что он будет снимать фильм. С бюджетом 1 миллион рублей, который он взял в банке. Это было в 4 раза больше, чем бюджет среднестатистического художественного фильма, который снимался. Что в фильме будут задействованы румынские актеры. Сообщили, что из наших на картине мало кто будет работать, потому что Эмиль Владимирович набрал съемочную группу из Румынии, поселил их в шикарных номерах гостиницы, что он угощает их шампанским на съемочной площадке. Потом стало известно, что события идут плохо, что там какие-то скандалы, что Латяну недоволен. И как-то я, когда вернулся из Москвы, где я был на сессии, я учился в институте кинематографии заочно, мне сказали, что меня хочет видеть Латяну. Я пришел и принес с собой свою курсовую работу, короткометражный художественный фильм. Латяну устроил просмотр, тогда увидел впервые Латяну. Внешность его, наверное, все-таки была необычная. Это взъерошенные волосы, это взгляд, который смотрит сквозь тебя и, в принципе, нигде не останавливается. Постоянно его кто-то отвлекал, он сразу мог параллельно говорить с несколькими людьми. Такой живчик. Латяну не стал пускаться в критику моей работы, не сказал ни слова, понравилось, не понравилось. Только спросил, хочу ли я работать на него, и сколько я хочу получать за свой труд. Вопрос был странный, потому что людей моего поколения деньги, в принципе, не интересовали. У нас были другие ценности. Там, если человек умел играть на гитаре и красиво петь, это гораздо было круче, чем иметь много денег. Если он умел потягиваться на турнике, или мог рассказать красивый анекдот, или, не знаю, там, сделать что-то своими руками, это была ценность. Пойти в поход, ездить на байдарке, верхом на лошади, не знаю. Ну это, а деньги – это такая была мелочь, которая, ну, напротив, даже вызывала какое-то презрение, что у человека есть деньги, ну-ка там выставь нам мороженое, бутылку вина, не знаю что. Вот, но деньги не было самоцелью. И когда я работал на студии, я получал всего 90 рублей оклад. Хотя до этого я работал главным зоотехником в колхозе. И у меня оклад был 300 рублей. Но я выбрал киностудию, потому что эта работа мне была больше по душе, а не из-за денег. Но вернемся к Латяну. Я стал интересоваться фильмом, судьбой, на что я получил сценарий, который я быстро прочитал. Был удивлен формой написания. Она была какая-то футуристическая. Вот, отличалась от других сценариев, которые я читал.
узнал, что фильм будет музыкальный. Я на таких фильмах еще не участвовал. Вот. Узнал, что румынская съемочная группа сняла очень мало. Что-то их не устроило. Что сейчас снимает оператор из Белоруссии, Константин Ремешевский. Что я, в принципе, нужен для связи группы белорусских операторов с киностудией «Молодой фильм», где обрабатывалась кинопленка и брались съемочная техника, осветительное оборудование для нужд картины. После съемок я понял, с чем я столкнулся. Я понял, почему Алатяну ходили такие слухи на киностудии, что он самодур. Действительно, характер у него был сложный. Это была очень харизматичная личность. Авторитарная. Мы должны были знать, что приснилось маэстро. Мы должны были чувствовать его мысли. Если это происходило не так, то можно было быть уволенным. Латяну был на картине всем. Он был сценаристом, он был режиссером, он был продюсером. В конце концов, его не стало устраивать, как снимал Константин Ремешевский. Он забрал у него камеру и стал снимать сам. На что Константин, естественно, обиделся, стал переживать. Просто стоять возле камеры и получать деньги ему было неинтересно. Он стал потихоньку убивать и вскоре был уволен. И мы остались с Латяной вдвоем на съемках такого большого фильма. Один я не управлялся с этой работой. Я пригласил для работы молодого, тоже студента-заочника в ГИКа, Олега Кочубея. Латяну позвал опытного оператора, пенсионера Одольского Владимира Денисовича. Мы составили операторскую группу. Таким коллективом мы фактически сняли весь фильм. Я хочу прочитать небольшой кусочек сценария фильма. Этот сценарий дал мне Латяну перед съемками, но фильм снимался с большим отступлением от этого сценария. Латяну переделывал на ходу. Это будет иллюстрировано фотографиями, сделанными из этих срезок, так называемых саниксов. Их снимает оператор после кадра, чтобы можно было правильно поставить коррекцию при печати. Экстерьер. Маленькая речка на окраине большого города, в районе старой почты. Раннее утро. Весна 1988 года. Во весь экран маленький золотистый цыпленок, наполовину еще в скорлупе. Он смотрит пристально на мир, который пришел ненадолго. Цыпленок плывет по узкой грязной речушке. Она же свалка человечества, обитающего в районе старая почта. Сонные дети выписывают серебристой струей свое имя на глади речушки цвета смолы. Хозяйки сбрасывают помой и ругают мальчишек. Цыпленок плывет в этот мир ничуть не хуже всего остального. В дымке раннего утра народ, населяющий старую почту, идет трудиться кто куда. У автобусной станции можно увидеть весь социальный срез местного общества. Школьники, цветочницы, рабочие, торговки, учителя и прочее. Веселый, голдящий народ. Плывет мимо них золотистый цыпленок. Мимо забора, сквозь который мальчики смотрят на обнаженную Фавалету, местную королеву красоты, которая принимает душ во дворе, плывет цыпленок. Бабка Каролина, бывшая оперная актриса, появляется словно буря. В руке длинная метла Каролина. «Аферисты! Мафиози!» Она приближается к детям, но их выручает пес Хуга, мощный волкодав, который бросается навстречу бабке. Он готов ее разрывать на куски. Дети. «Пусть живет, Каролина! У тебя их миллион! Пусть живет! Долой, Каролина! Да здравствует свобода! Ура!» Лейтенант Дурля проезжает мимо на служебном «Жигуленке», почти такого же желтого цвета, как и цыпленок. Дурля. «Что за митинг по утрам? Кругом марш!» У себя во дворе великий магистр покрывает вензеля черного гроба.
золотистой бронзой. Эти кадры и микроэпизоды относятся к увертюре фильма. На них частично будут расположены надписи. От крупного цыпленка камера отъезжает высоко вверх, открывается рай. Тихое, голубое чистое море, в котором отражаются облака. На этом фоне название фильма «Скорлупа». Камера разворачивается на 180 градусов и медленно планирует над кварталом «Старая почта». На этом фоне второе название фильма «Или митинг у старой почты». В фильме Лотяна фигурирует понятие «старая почта» или по-молдавски «почта веки». Это особый район на окраине города, который славился тем, что там живут особые люди, ну, типа рыцари удачи, которые бывали часто не в ладу с законом. Это одноэтажный район, зеленый, где соседи, ну, какие-то отношения строят друг с другом. Удивительно трудно обойтись без политики. Например, у Лутяну тема бутылок встречается в фильме два раза. Это связано с тем, что это какой-то элемент фарта. Вот у тебя не было ничего. Ты забрал бутылки, приложив, в принципе, не минимальные усилия. Сдав их, ты можешь получить какое-то существенное количество денег. В СССР стоимость бутылки из-под пива или минеральной воды была 20 копеек. На эти деньги можно было купить, например, мороженое или буханку хлеба. Сейчас система повторного использования стеклотары канула в лето. Невыгодно иметь многоразовую тару. Идеальный товар, который покупается постоянно. Тара должна быть одноразовая, как и весь товар. Сделал, использовал, купил новый. В фильме есть эпизод, которого нет в моем варианте сценария. Это сбор бутылок. Фильм художественно-музыкальный, поэтому это было задумано как красочное шоу, когда на стадион приходят банды детей, достаточно ярко одетые, такие хулиганистые, озорные. Стадион они поделили на сектора. Есть одна банда и вторая, которые собирают бутылки на своих территориях. Происходит стычка между двумя бандами за территорией. Это музыкальная, танцевальная сцена. И надо было видеть, как Лотяну показывал детям, как надо играть ее, как надо жонглировать бутылками, как надо в танце делать пластичные движения. Есть еще одна сцена, которая касается стеклопункта. Это сцена революции, поднятой Лотяну в фильме. Революция на пустом месте. Как акт недовольства. Надо понимать, что Лотяну закончил писать сценарий в 1988 году, а фильм вышел на экраны в 1992 году. Это 4 года. Очень большой срок в то время. Начинался фильм в эпоху еще СССР. А заканчивался в период развала Союза, суверенных республик, где уже все было по-другому. Эта тема революции поднимается у него в эпизоде, который называется «Стеклопункт», который служит каким-то прообразом революции. Как на пустом месте из-за недовольства народа появляется что-то такое. Я хочу его прочитать. Экстерьер. Стеклотарный пункт. День. Не только длинная, но широкая очередь сдающих бутылки. Весь социальный срез и все возрасты, от школьников до ворчливых старух. Авоськи, набухшие от бутылок, картонные ящики, деревянные, потертые чемоданы, сумки, бутылки, бутылки, бутылки. Жара. Со всех стекает пот. Каждый из очередников борется с ней как только может. Машет газетами, ложит платки на голову и прочее. Из деревянного барака, в котором помещается стеклотарный пункт, доносятся звуки тяжелого рока. К нему присоединяется стук
клиентуры в деревянные стены. Получается какой-то безумный ритм. Клиенты. Откройте, посмотрим. У вас никогда не бывает тары. Мы не загорать здесь пришли. Голос изнутри. А вы загорайте, полезно. Оттуда же изнутри раздается женский визг и раскатистый мужской хохот. Клиенты бурлят в ответ. Стуки становятся грозными. Тяжелый рок пытается их заглушить. Клиенты. Подонки, откройте! Я третий день хожу. Пить надо меньше. Это бутылки из-под минералки. Здесь принимают только из-под вина. Примут. Все примут. Старушка-интеллигентка. Сделайте одолжение, пожалуйста, и дайте им по морде. Мужчина в очереди врезается всем телом в стену деревянного барака. Барак дрогнул. Его пример заразил очередь. Сначала несколько клиентов, потом вся очередь стала раскачивать ветхое сооружение. Влево и вправо, вперед и назад. Стены выходят из почвы. Публика приподняла барак на руки и мощной волной уносит его куда-то в сторону. В центре, за столом, двое совершенно пьяных мужчин и средних лет ярко накрашенная дама. Среди пустых ящиков маленький столик, на нем радиоприемник, дюжина бутылок и нехитрая закуска. Дама, ослепленная волной яркого света. «Закройте двери!» – заведующий, язык заплетается. «В чем дело, товарищи? Объясните!» Дама, истерически сообразив наконец. «Мама! Мамочка! Революция!» Вдруг гомерический хохот окутывает толпу. Гнев превращается в смех. Полицейская машина скользит неподалеку. Дурля подзывает к себе хохочущего мужчину, и невысокие чернявые юрки услужливый. «Что здесь происходит, Сержио?» «Невоструйка». «Да ничего особенного, шеф. Балуются люди, жарко. А мы люди жаркие». Осташку подозрительно смотрит в сторону толпы. «Может быть, выйдем?» «Невоструйка». «Да не стоит, шеф. Люди. Шутят люди. Жарко». Дурля. «Запомни малого. Все знает, все доложит. Нужный человек». «Осташку чем занимается?» «Дурля. Аферами. В пределах законности». Дурля нажал педаль. Машина рванула и скрылась в облаке пыли. У стеклотарного пункта происходит нечто особенное. Под общий гул очереди присмиревшие сотрудники принимают бутылки. Один отсчитывает деньги, другой лихорадочно заполняет бутылками пустые ящики. Клиенты. Когда народ хочет, он всегда может. Но мы не произвели насилие. Без насилия нельзя. Наш поступок подсуден. Тогда уматывай отсюда со своими бутылками. Боишься отвечать? А пользоваться плодами общего гнева хочешь? Да кончай ты базарить, не мешай работать. Победа, пусть маленькая, но принципиальная. И главное, без крови, гуманно. Куда, сопляк, лезешь без очереди? Пусти малого. Он на хлеб зарабатывает себе и матери. Ах, мать пьет, а сын сдает бутылки? Молчать, крыса, таких, как ты, линчевать надо. Ну, линчуй, линчуй, пьяница. Я, теперь уже буря охватила очередь. И кроткие служители стеклотарного пункта пытаются их угомонить, с трудом еще выговаривая слова одеревеневшими языками. Сотрудник. Милый, всем хватит. Все и всем. Есть и тар, есть и деньги. Ну чего вы, братцы? В фильме есть замечательный персонаж. Великий магистр масонской ложи Старой Почты. Его играет замечательный румынский актер Сильвия Слонкулеску. Мне запомнился один момент музыкальный, который был положен на музыку и песню «Голоними», то есть «Голодранцы». В сценарии этот момент описан Лутяну так. Экстерьер. Перекресток. Раннее утро. В легкой дымке весь перекресток.
остаток ночного тумана. Магистр выходит на прогулку со своим верным другом, крошечной собачкой Бабулеско, на длинной привязи, на носу очки, а в руках и карманах газеты. Сзади появляются шалопаи. Кто в школу, кто просто так на сборище. Один из них отстегивает кнопку тонкого ремня поводка и забирает собачку на руки. Другой вытаскивает газеты из карманов широченного пиджака. Магистр не замечает. Чтение газет уводит его в мир мыслей. Шалопай вытаскивает газету из его протянутых рук. И, наконец, очки, которые надевает в себя шалопай, имитирующий полностью магистра. Мальчишки в восторге. Чувствуется, что этот ритуал происходит не в первый раз. Наконец, магистр замечает происходящее. Резкий поворот, и магистр запел. «Шалопаи, шалопаи!» Нет в этом мире никого. Шалопая пародирует его в стиле кантри и рэгтайм. Танец шалопаев. Большое, посеревшее от пыли дождей панно, на котором несколько полинялых фотографий передовиков производства, объединенных под общим заголовком. Наша гордость. Но есть, особенно в нижнем ряду, пустые прямоугольники. На одном из них магистр клеит свое объявление. Продаются семена рассады особых сортов лука, помидоров и петрушки. Продаются гробы мануального исполнения на уровне мировых стандартов. Улица Мимоз, 7. Местные зеваки приблизились, кто-то прочел вслух. Вдогонку магистру донесся писклявый смех. Еще есть один персонаж в фильме «Спортсмен». Достаточно жесткая линия в фильме, которая связана с тем, что в начале 90-х был культ физической силы. И разные гуры набирали себе учеников для того, чтобы те могли постоять за себя. Существует мнение, что если разбить переносицу, то потом не так больно в драке. Это описано у Лутяну так. Спортсмен, любовник Розалии, бросил кепку на землю. Мальчишки подходят и кладут по десятке. Они притихли. Волнение сковывает. Они на пороге решительного поступка. Спортсмен. Сдрефили? Как нет? У тебя зуб на зуб не попадает. Потрогай мой нос. Мальчики ощупывают переносицу спортсмена. Она мягкая, как будто перчевая картошка. Пиццегой. А тебе не больно? Спортсмен. Врежь, ну давай. Пиццегой ударил осторожно, тормозя движение. Спортсмен. Слабак. Ну давай, кто хочет, шаг вперед. Выстрелы шеренга из 5 мальчиков. Спортсмен. Проба на стойкость. И никаких проблем при мордобое. Это даже не кость, а хрящ. Он бьет переносицу поочередно мальчишек. Удары молниеносные. У некоторых пошла кровь из носа. Последний, очумевший от удара, трогает переносицу. Пизгой. У меня вроде целая. Спортсмен ударил еще раз. Пошла кровь. Спортсмен. Исправили. Молодцы. Сегодня никаких тренировок. Засовывает деньги в карман. 3-4 дня, пока все заживет. Потом начнем молотить. Мне запомнились съемки одного эпизода, который называется «Капуста». В фильме есть персонаж. Спортсмен с надписью на майке «Мама клуб». Его блестяще сыграл молдавский актер Борис Бекет. Достаточно крупный мужчина, и в трусиках с маечкой он достаточно потешно смотрелся. Надо сказать, что старая почта – это место, где, в принципе, мало чего происходит. Там не бурлит городская жизнь. Мы видим в кадре вбегающего спортсмена. Крупная надпись «Мама клуб». И мы видим по дороге пыльный несущийся грузовик, везущий капусту. Это видят жители старой почты. И они дружно кричат. Капуста. Но по-молдавски капуста называется варза. И получается созвучное слово банзай. То есть с этим криком варза! Все жители старой почты выбегают к этому грузовику. Грузовик останавливается возле овощного магазина. Жителям срочно должны что-то купить. И они должны купить эту капусту. В
возникает давка, которая как-то потихоньку организуется и переходит в конвейер, где люди разгружают кочаны с капустой, принося их от грузовика к магазину. Крупно руки. И мы видим, как руки потихоньку превращаются из достаточно грубых рук жителей старой почты в руки каких-то благородных джентльменов и леди. Потом мы смотрим дальше, видим, что они одеты уже не в простую одежду, а одеты во фраки и бальные платья. Они начинают танцевать танго. Танго старой почты. Четыре основных персонажа. Это Пую. Пую по-малайски значит цыпленок. Его играет сын Эмиля Владимировича Латяну, тоже Эмиль Латяну. Молодой Эмиль создал достаточно трогательный образ такого интеллигентного мальчика, который играет на рояле, сидя на балконе. Он друг Шмекеру, Фавалеты и Великого Магистра. Он всегда рядом. Это будущее. «Скорлупа» — это романтический фильм. Он и о любви тоже. Там есть линия любви главного героя Шмекеру к девочке Фавалете. Фавалета... Так она представилась Шмекеру. На самом деле ее зовут Виолетта. Но когда у нее выпали два молочных зуба, она сказала, что ее зовут Фавалетта. Это имя к ней прицепилось. Со Шмекером их связывает дружба, которая переросла со временем у Шмекеру в любовь к Фавалетте. Но девушка ищет себя. Когда она выросла, к ним в лабораторию приехал американец. Там она работала лаборанткой. Она ему понравилась, и он сделал ей предложение. Фавалетта решила, что это и есть принц, которого она ждала. Она улетает. Шмекеру не может это пережить. Фавалетта была задумана Латяну как главный персонаж в фильме. Ее играет Оксана Кичмаренко. Достаточно милая девушка, но она не профессиональный актер. Во время съемок прошел инцидент. Оксана должна была прыгать из троллейбуса на ходу. Она отказалась это делать. Латяну пытался ее убедить, но ему не удалось. Он счел это за каприз, и роль была сильно сокращена. Шмекеру, это значит... По-русски мошенник, аферист. Человек легкий, с юмором, но склонен часто к каким-то действиям ловкаческим. Роль Шмекеру сыграл Анатолий Полагнюк. Сыграл, по-моему,
замечательно. Анатолий Полагнюк – это талант, которого нашел Латян, который мог бы быть, как Григорий Григорьев, Светлана Тома, открытием Латяну. Латяну искал молодые таланты, но так случилось, что фильм не попал на большой экран, никто не смог поддержать талант Анатолия Полагнюка, и судьба его как великого актера, наверное, не состоялась. Жаль, потому что это юмор, это интересный типаж. В фильме, насколько безоблачно озорной характер был у Шмекеру, настолько трагичная была его судьба. Это драма фильма, когда любимая женщина уезжает, герой уже не может существовать. Латян убивает его. В сценарии он убивает его под колесами автомобиля, на котором скрывается бандит. В фильме другая была развязка, еще более парадоксальная. Меня даже нашокировало время съемок, когда я узнал про это. Это бандиты играют в гостинице на желание, в карты. Желание – это убить человека по выбору другого, выигравшего. Выбор выигравшего падает на Шмекеру. Тот, кто проиграл, должен его убить. Убийца подходит на базаре к нему в толпе и ударом шила в сердце убивает Шмекеру. Смерть мгновенная. Смерть бессмысленная. Латян так объясняет его смерть. Достаточно интересно. Великий магистр встречает Шмекеру живого. Он подходит к нему и говорит: «Я знал, что ты не умер». Но оказывается, это не Шмекеру. Он представляется как артист, который играл Шмекеру. Они начинают разговор за стаканом вина, обсуждая Шмекеру, и молодой человек говорит: «Грандиозный тип, только совал везде свой нос. Он бы мог прожить и 100 лет, если бы магистр explicitum от actum, выяснять и действовать. Это был его любимый афоризм. Сам придумал, но произносил его всегда по латыни, для веса. Поэтому и ходил всю жизнь в синяках. Но умер он все-таки от любви, вернее от измены». Великий магистр старой почты. В исполнении Сильвии Стоункулеску. Бесспорно, это самый центральный персонаж в фильме. Это запоминающийся образ чудака. Чудака из старой почты. Старая почта – это, ну, скорее всего, выдуманный островок Эмилием Латяном. Островок романтики, благородных отношений, особое общество людей. У них там даже был колокол повешен на старом дубе, что если кто-то в беде, надо в колокол стучать, чтобы остальные пришли помогать. Магистр знал лучшие годы, когда был молод. Так случилось, что они жили в достаточно зажиточной семье и, по-видимому, были репрессированы. Дом великого магистра достался другому человеку. Персонаж в фильме называется Шпалерна Спалацкий. Это, скорее всего, какой-то чиновник, который на пенсии, прохиндей. Так получилось, что рядом с домом находится сад черешневый, который посадил отец великого магистра, когда тот родился. В этом саду растут замечательные крупные черешни. Дети старой почты счастливы, когда удается украсть эту черешню, потому что в чужом саду всегда черешня слаще и крупнее. Шпалерна Спалацкий охраняет этот сад с ружьем, но магистр пытается его уговорить, разрешить воровать черешню.
Так случается, что старая почта по замыслу Лотяну прекращает свое существование как мир. Колокол, которым они звали друг друга на помощь, сброшен. Кругом наступают новостройки. Одноэтажная старая почта потихоньку ломается, перестраивается. Приезжают люди другие, с другим мировоззрением. Единение людей, живущих там, разрушается. Они становятся сами по себе. Великий магистр это переживает. Гибнет мир, мир старой почты. Возможно, это связано с теми событиями, какие происходили в стране. Там есть ОМОН, милиция. Но наступает неизбежность. Великий магистр это не может перенести. Он готовится к смерти. Он делает себе гроб. Шикарный гроб с золотыми розочками. Но Лотян не дает ему умереть. Магистр это... Магистр должен жить. Он должен быть рядом. Магистр взлетает над старой почтой. Магистр это святое. Не то, что святое. Магистр это неубиваемое. Это то, что всегда рядом, смотрит сверху, не дает оступиться. Еще есть в фильме достаточно интересный персонаж. Это лейтенант Осташко. Его играет румынский актер Мирче Дьякону. Он симпатизирует жителям старой почты, но он при исполнении. Так получилось, что я радовался, когда стал работать с Лотяном, с таким известным режиссером. И радовался, когда ушел из этого фильма, потому что тяжело было находиться все время под прессингом, предугадывать мысли Лотяну. У Лотяна была поговорка, что лучшее – враг хорошего. И инициатива, которая исходила не от него, была наказуема. Часто она шла во вред делу. Я не знаю. Мне кажется, что кино – это творчество коллективное. Тяжело в голове все это держать, слишком много специфических вещей. Лотяну хотел быть всем. Сценаристом, режиссером, оператором, продюсером, директором. Может быть, поэтому так случилось, что фильм... Я считаю, что это лучший фильм Лотяну. Это зрелый фильм. Но я боюсь, что он не знал сам, что хотел. У него был карт-бланш. У него было достаточно много денег на постановку фильма. У него был 1 000 000 рублей. Во время съемок деньги закончились. Шла инфляция. Ему без проблем дали еще 1 000 000. Я не верю, но, по-моему, и эти деньги тоже были потрачены. И он получил еще деньги. То есть финансово он был, в принципе, не ограничен. Творчески он был не ограничен. Его имя открывало любые двери. Он мог снимать, что хотел. И вот эта свобода, наверное, сыграла злую шутку. Потому что тяжело снимать, не имея какого-то цензора, который тебя корректирует, подсказывает. Жизнь, она большая. Это
видно даже во время съемок, что сценарий один, фильм снимался другой, смонтирован был третий. То есть постоянно, когда мы живем, мы самосовершенствуемся. И когда нет четкого плана, тяжело или даже невозможно закончить картину. Из фильма, который имеет гениальные эпизоды, не складывается целая картина. Я не знаю, вправе ли я судить о великом мастере. Только сейчас я приближаюсь к возрасту, когда Лотяну создавал этот фильм. А по своим делам, которые я уже совершил, я даже близко не приближаюсь к его творчеству. Но все-таки думаю, что кино — это коллективный труд. Если бы он с нами больше разговаривал и не шла бы речь о том, сколько мы хотим получать денег, а не знаю, мы там все были как бы, чтобы у нас держал не за нанятых людей, а за единомышленников. Так получилось, что Валета влюбилась в американца. Латяну решил, что американца должен играть американец. Был приглашен настоящий американец. Не знаю, был ли он актер. Он был снят, но в процессе создания фильма потребовались какие-то еще эпизоды. Пригласить его снова было проблематично. Латяну попросил нас найти человека похожего. И эта мысль, по крайней мере, у меня сидела в голове. Я, когда куда-то шел, я всегда выискивал людей похожих на актера, которого мы посмотрели по материалу. Мне удалось найти такого человека случайно. Он снимался в качестве дублера, это американец со спины. Это говорит о том, что я думал, я хотел как можно больше помочь ему, но он не принимал помощи, он принимал исполнение. То есть он сказал, чтобы я даже не надо было говорить, он должен был подумать, а мы должны были сделать. Это относилось не только ко мне, но и к звукооператору, костюмеру, художнику, ко всем. У него было какое-то, не то что барское отношение к людям, с которыми он работал. Мы должны были угадать его мысли. Могу ли я судить о Латяну? Я работал с ним 9 месяцев. Я видел его почти каждый день. От 4 до 10 часов. Я всегда был рядом. Но особо с ним не разговаривал. Я наблюдал со стороны за ним. С Латяну тяжело было разговаривать. Этот человек был цели. Цели снять фильм. Он говорил с актерами. Он рассказывал им мизансцену. Он был в творчестве. Я занимался технической стороной фильма. Любое творчество со стороны Латяну не воспринимал. Если бы я задавал какие-то вопросы, я думаю, что меня постигла бы участь остальных операторов, я был бы уволен с фильма. Я должен был стать рядышком и предчувствовать его желания. У меня были с ним конфликты по операторским вопросам. Латяну не знал специфики операторского дела и допускал некоторые ляпы. Так, например, во время съемки ключевого кадра в доме великого магистра
происходит драматическая сцена, и чтобы подчеркнуть, Латяну решил снять ее в красных тонах. То есть должна быть его комната залита красным светом. Были поставлены красные фильтры на окна, на приборы, но Латяну говорил, что мало красного, еще фильтров, нет красного. Он не понимал, что происходит цветовая адаптация глаза, и просто мы не видим, когда все красное, насколько оно красное. Должна быть какая-то точка отсчета, должно быть какое-то пятно другого цвета, должно быть что-то белое. И когда я его убедил, было включено несколько белых приборов, и сразу комната стала залита красным светом. Это сродни, когда вот печатаешь фотографии, находясь долго в прекрасном освещении, то не видишь этого красного. Я должен был исполнять обязанности не только второго оператора, который отвечает за экспозицию, за съемочный процесс, но и ассистента оператора по фокусу. Это работа связана с тем, что надо находиться возле камеры. Камера не имеет автофокуса. И передвигать шкалу расстояния объектива, ориентируясь на свой глазомер. Предварительно делаются репетиции. Замеряется рулетка расстояния до актера или объекта. Во время съемки, при изменении расстояния, надо плавно подкрутить шкалу, чтобы изображение всегда было в резкости. Когда работаешь с оператором настоящим, он понимает специфику. Делается необходимое количество пробных движений камеры, чтобы ассистент успел перевести резкость, оператор контролирует ее на глаз, происходит взаимодействие. С Латяну это было невозможно. Нельзя было заставить его тратить драгоценное время на репетицию камеры по фокусу. Мне приходилось подстраиваться сходу. Кроме того, у меня не было должного опыта. Настоящий фокусник, так называют этого ассистента, должен иметь очень сильно развитый глазомер. Кроме того, должен быть какой-то талант. Надо делать все это плавно, достаточно быстро, четко. Это не каждому дано. Ну и задача ставила Тяну очень сложная, невыполнимая. Допустим, мы снимали сцену, когда Фавалета идет прямо на камеру с попугаями, которые у нее на голове и на плечах. Он решил снять ее крупно. Она должна была идти прямо на камеру. Стоял объектив с фокусом 300. Был вечер. Была почти открыта полностью диафрагма. Глубина резкости минимальна, она всего несколько сантиметров. И вести актрису, идущую на камеру, несколько метров, задача нереальная. Глубина резкости очень маленькая. И как я ни старался, не удалось снять нормального дубля. Латяну был расстроен, наговорил мне много гадостей. Но если бы стояла задача нормальная, был нормальный диалог, я смог бы объяснить ему невыполнимость задачи. Можно было придумать какие-то другие способы съемки этого кадра при помощи там движущейся тележки или сделать это движение при помощи трансфокатора. Это то, что касается моей работы. Я думаю, что у художников, у гримеров, у звукооператоров тоже наверняка какие-то были свои технические вещи, которые
Платяну не знал. Но, в принципе, все эти недочеты и ошибки никак не могут сказаться на судьбе фильма. Фильм, прежде всего, работа режиссера, его мысли. Мысли должны быть четкие, доступны зрителю. Главное в фильме – это мысль, это идея, о чем этот фильм. Мы должны оттуда что-то вынести. Не знаю, давал ли себе Латяну отчет, четко ли формулировал себе задачу, или просто как бы была возможность, были деньги, было желание сказать что-то миру. Я благодарен судьбе, что мне удалось поработать с Латяну. И, возможно, это было самое лучшее и интересное, что было в моей жизни. Судьба фильма. Я не знаю, что дальше его будет ждать. Не думаю, что это будет играть его хорошее. Фильм был снят. По крайней мере, в Кишиневе был его прокат. Один день со встречи со съемочной группой мы выходили, Латяну рассказывал про этот фильм. Это было всего один день. Потом я спрашивал Латяну про судьбу фильма. Тот сказал, что вроде продал права на его прокат в Китай, но в широком прокате фильм не был. Слишком сложно это все кинопроизводство. Надо уметь не только снимать фильмы, но уметь их продавать. Очень много тут связано с рекламой, с прокатными организациями. В то время, в начале 90-х, старая советская кинопрокатная структура была завалена американскими фильмами или фильмами, которые разрушали образ Советского Союза, фильмами, разоблачавшими культ личности Сталина и национального самосознания, показывающие чернуху советского строя, нашего общества, в фильмах, где, там, допустим, американцы спасают мир. Подобные фильмы, романтические, очевидно, были не нужны тем, кто курировал этот бизнес. Для того, чтобы этот фильм был кассовым, надо было тратить большие деньги на рекламу. Что дальше этот фильм ждет, я не знаю. Кому принадлежат права на фильм, я тоже не знаю. Увижу ли я его, я не знаю. Я видел его единственный раз во время премьеры в Кишиневе. Достаточно давно. Сейчас я с трудом вспоминаю оконченный фильм. Но впечатление у меня было, что это разрозненные эпизоды.